Вы Там такие же, как родственники. наши люди. Так что все Мы с нормально. ним ходим в одну синагогу. А вы мацу пробовали, нет вообще? Не Я ругайся бы на матом. твоем месте уточнял, что именно они с ним пробовали. Не трогайте нашу мацу. Она таки наша. Мы за нее так и Она, платили. да. Эх, то приятное чувство, когда развертываешь два леклерка, и у тебя еще один в запасе. Я направлю Нифига себе. Так ты, подожди, ты мечом. сам типа туда тянешь? Это обычная дека. Это обычная общевойсковая Не, еврокорпусная да дека. понятно, понятно. Я взял два леклерка, что, совсем без танков я туда не поеду. Ну, блядь. Кто на Она лимукшем осталась и там кинет? один. Охуел. Такой счастливый, И ладно. главное, не оправдывается. Ну и что? Типа. И что ты мне сделаешь? Сука. Блин, справа хреновая идея мне туда идти. Ну А, хочешь, я пойду с пофиг, ты тобой? там будешь? Не, я просто туда пока доеду, там у всех уже разберут. Так я тоже. Ну, у меня Израиль, он очень медленный. Да, кстати, Ну да. еще одна таких, Да, у них так исключительно гусеницы, поэтому такие нет тактическая вариантов. хитрость. Мы как бы Не, воюем, не, но у пока них мы же есть доедем, там все уже будет. разведывательные машинки на колесах. Советский БТР? Не, подожди, там, бля, я не помню, какой-то А, Лиссе, разведывательная Лиссе, хуета, Лиссе. которая может возить еще и пехоту при этом. Лиссе она называется. Мне похуй. Французская БТР. Я Так смотрел, вот ты как какой, да? правильно звучание реки, как там называется. Да кому вообще не насрать на... Лингвист, что ли? Не, я в Всем переводе. насрать. Я в транслейтере смотрел. Ах ты какой. Окей, Марсе, Google. Марсе. Так. А, забыл. А. Не, я смотрю Ага, трансляцию, целый ага. день, не все. Я Вот еще у есть. меня сейчас это, челлендж. Слить два пятых и Или не пойти слить. напиться. А то у меня тут начатая Ага. бутылка коньяку Так, стоит. не говорит, что кто-то сейчас вылетит. Походу. Все, мардер кончился. Вот так вот, блядь. Я думал, ты нормальный. Я нормальный, интернет нет. Да-да. Вот так вот кто-то взял себе два леклерка и осталось у него еще один. Так и взял, так и осталось. Так и у тебя Таки уже их нет. три опять. Как это? Такие я грамотно вложил леклерки. Ничего не Я потерял. понял. А ты поц и завидуешь. А, так, все, я понял, тебя уже кто-то заменил. Я поеду туда. Да там какой-то распиздяй. Ну, я тогда это буду. Еще не будет. Ну, заебись, два Ты один, распиздяя а мы это лучше, второй. чем один. Ну, мы, короче, начали, да, вот без чего-то там 10. Я штатно без чего-то там 10 вылетел. Да вообще Нормально. не поеду, нахрена мы тебя ждали? А я вообще не знаю, что ты меня зовешь. Ты я тебя буду вообще кикать и А? банить. Давай Самолеты в попробуешь. воздухе. Сам с собой играю в Wargame потом. Ты так и буду пользу больше. Понаберут, не знаю у кого. А ничего, что вам там самолеты срезают? Да похуй. Вавилон. Да ладно нахуй. Поехали. Там всего лишь два самолета. Всего лишь потеряли 280 очков. На ровном месте. Логан заикается или... Да это с детства у него. Я думал, у меня с интернетом есть проблемы. Нет, это от логопеда. На хатель поставьте кшемку. Таки шо? Вы на первом мотком? Мы на первом. Да, первым мотком. А вас там вылезли? Мы тебя даже не поняли. Мартер! Ну, мы его больше не возьмем, он плохой. Не, он просто Мартер. Ну, кстати, кто еще не играл, как ты думаешь, что в принципе идея много меньше берут. Налево Я самолеты. вчера. Говнобомбер. Ты говно выбирал. И
Радар на центр. И Путин на центр. Кшемку-то киньте на майк. Кто кшемки не расставляет? Чьи юнит стоит без дела? Вот это все берем и двигаем. Слева! Логан, возьми кшемочку, кинь ее, пожалуйста, на майк. Ты ж клевый. Логан. Логан, прием. О, чувак у нас просрал еще и горку, похоже. Рандом. Зря ему доверился. Бля, туда надо бомбер, там Макс 5 куты и говно. Эрик, отвали на это. Кумаров. Логан, ты меня слышишь, нет? Что такое? Танки у тебя светятся. Радар на центр. В общем, на рандома можно не полагаться, он со своими 80% что-то так просирает, как будто у него их 10. Аккуратнее с радарами. Ты там хитришь, что ли? Разводил ее? 52. Ну все, он две ракеты. Но он пустой, да, две ракеты он стрелял. Только вот, по-моему, вот тут пехота у них, да? Да, в дружнике заходили. Я уже побольше. У нас просто такой пиздец тут на фланге. У нас справа, я не знаю, было трое стало. У нас центр пустой просто. Нету пехоты. Что происходит? Происходит то, что мы хреново играем. Да.
Ребят, горку. Отстреляйте по горке все. Там войска пошли или еще что-то, иначе к нам сейчас на базу попрут. Кто там воюет в том районе, имейте в виду. Радар налево. Логан, аккуратнее вот тут. Вот эту вертушку можете убирать, я пехоту свечу там. Сто второй на горку. Кстати, вот у меня получился эксперимент установить. Три фугасные арты еврейские, которые по 4 ствола на каждую, сожрали у меня меньше, чем, ну, 800 примерно, меньше, чем 1000 очков от ФОБа. То есть очень хорошая вещь. Очень плохая музыка. Музыка отличная. Да, я понял. Что, центр слит у нас? Чего? На самом деле я сейчас буду заходить наверх. Ну давай. Это есть там какая-нибудь хуйня, которая залить можно площадь? Нет, даже в наличии нет. Кассеты есть, но у меня денег на них нет. Я сейчас буду копить на самолеты, потому что они там разлетались, скоты эти. Да, КШМ-ку реально кинуть нам на гольф, нет? Пока нет, там тем более стоит. Б5 направо, Б5 направо. Нет, вот здесь вот очень много говна всякого стоит. На гольф летит бомбер. Говнобомбер, а не говно, и направо летит 102-й. В общем, у них там авиация вовсю работает.
duplicate. Вот сюда сейчас долбану. Не переживайте. Дойку реально чем-нибудь завалить его, нет? Вон там Краталь же стоит. Рейден, давай Краталю выдвигай. Куча самолетов на центр. Б-5 куда-то там на горку, по-моему. Попробуем Б-5 снять. Лохи убрали истребителей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Б-5 убрал. РСЗО на Майк. Разгружайте пехоту. Это по танкам, по моим КТ-то. О, отлично, сейчас по Б-5 входит. Отлично, все, Краталь, супер. Убирай его оттуда. Радар на центр. Меркаву выведи, убивай. Да я сейчас тут и направо, и налево мотаюсь, я не успеваю тоже сообразить. А, это Израиль. Ну, Красный Израиль, который авиатор. На лево радар. С 25-й на центр, 102-й на центр, на горку даже. Кстати, перезарядка такая не самая быстрая у спецназа этого разведывательного израильского. Ну, у них и мало зарядов. Ну да, но за 30 монет разведка, спецназ и ПТУР. Да ради бога. Нет, это классно, классно. Да, это чит. Две булки стоят вот здесь. На радар вылетел по центру. Разведка вперед в воде. Двадцать пятый упал. Давайте кинем на Гольф КШМ-ку. Разве есть там КШМ-ка? А, это у них есть КШМ-ка еще? Да. Сейчас вот тогда ударю. Да тут две точки, или в домике, или вот здесь, я думаю, или вот здесь. Там вариантов, немного вариантов. Блять. Рейден пехоту себя подъехал.
РСЗО. Ну, я уже думаю, все увидели, кто хотел. Бью вот сюда вот артой. Через минутку пальну. Вылетел на 25-й слева. Включайте ПВО слева. Давайте, давайте. Блин. А, нет, одного потерял. Да, 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 сделай это, детка. Убей этого ПУ. Есть. Ильич, ты супер. Зараза, не второй убили. Радар на центр. Вот он такой, блядь, арта бибер. Нам бы дальнобойное ПВО куда-нибудь в район горки на центре. Где? Вон висит. Вот в этом районе. Вот здесь вот снабжение вертолет. Если есть у кого ствольная арта, фигачьте. Кто там в ПВО? На эхо. ПЗРК много. Очень много. Сейчас забью на полминку.
Сейчас вот сюда вот прилетит. Блин, ненавижу. Полдня прицеливался, за это время там всех убили уже. Пофиг, ты наступаешь туда? Да или нет? Да. Все, а то я туда сейчас намеревался херануть. Получилось, блин, нехорошо. Ну, здесь вот, по-моему, какой-то вражеский юнит. Ох, какой смелый радар у нас. Здесь вот 1004. По крайней мере, было 3.
יש חדש? Радаран-центр, вылетел. Когда нет, глюк уже исправит с мостами. Опять сейчас пехота уперлась в мост. Радар не возле. ВМ-ка слева, справа вообще просто самый приуныли. Еще бы. Хреновый размен. Вообще хреново, все, мне позбивали. Тащишь? Во всю. Думал, сейчас быстренько морду в морду пойду, два путиных собью, сбил только один. Кто-то за меня добил. Вон УАЗик. Мой УАЗик, не трогать. Да забирай. Одолжение тебе делать, сивишку за тебя убивай. Ну. Я там два танка потерял, ты что? Я уже убил на него вертолет уронил. А ты его МК там убил? Логан. Чего? Логан, у МК убил там? Да, ездил. Там залп он убил. В упор же стрелял.
Гляну координату там, Факет. Ну вот и все. А как я самолет сбил? Может, столкнулся в воздухе с ним? Хуё знает. Вроде мои распиздя еще не долетели до них.